Сейчас говорит. Говорит. Всем привет. Мы на канале Вся Коля Егора. Ну все, привет, привет всем. Давайте посмотрим, как Егор и Алиса катаются на горках. Ну, вперед. Вот здесь у нас какой городок. Такой красивый, прикольный. Из всяких ледовых скульптур. Елочки всякие. Поделки, но потом мы дальше зайдем. Сейчас мы посмотрим, как Егор с Алисой будут кататься. Вон Егор у нас садится. Сейчас Алиса у нас поедет. Так, едет у нас Алиса. Вот Алиса у нас едет. Приехала Алиса, вставай. Вставай, бери ледяночку. Вон мама идет, папе ручкой помаши. Алиса, сюда, сюда помаши папе ручкой. Папе, папе. Папе, вот молодец. Ну все, иди дальше катайся. О, тут сколько народу катается. Вон Егор у нас там заходит на горку. Вот Егор здесь стоит. Сейчас Егор покатится на горку. На улице минус 24 градуса. Через 3 дня крещенские морозы. Хотя они уже наступили. Вот Алиса у нас опять катится. Давай, катись! Здорово! Егор, привет! Давай, Алиса, вставай! Хорошо! Давай, иди к маме! Ну, катайтесь, катайтесь пока! Так, посмотрим, как Егор у нас там прокатится. Егор поехал. Егор у нас поехал. Далеко уехал. Так, сейчас у нас там Алиса на очереди будет. Алиса поднимается у нас. Алиса едет. Ой, Алиса скатилась. Привет, привет. Совсем не скользко. Совсем не скользко? Вставай. Вставай. Вон, иди к маме. Мама за тобой идет. Давай, давай. Алиса, иди к маме. Ну, пойдемте. Так, ну вот у нас здесь какая красота. Фигурки какие. Вон там даже невеста с женихом на горках танцуют. Решили крещенские морозы заключить узы брака. Пойдемте, вот красота там какая. Ездит метро, вход на метро. Пойдем посмотрим ледяное метро. Алиса у нас. Алиса, как машина. Тебе на улице? Нравится тебе на горке? Нравится на горке? Да. Не холодно? Нет. Не замерзла? Егор, тебе как? Мне хорошо. Хорошо? Здорово? Да. Не замерз? Нет. Ну, пойдемте дальше. Вот елочки тут какие красивые. А вон большая горка. Очень большая, самая большая горка. Там вон какая толпа, очередь народу, чтобы скатываться. Егор тоже у нас хочет туда пойти. Ну, идем дальше. Идем по ледовому городку. Вон какие белочки и обезьянки. Видишь, выходят, заходят. Ага, а вот смотрите, какие обезьянки и белочки. Стой, баба. Стой. Вот какие тут. А, это из ледникового периода. Белочка такая. И вон белочка орешки грызет. Красивые какие белочки. Да? Так, Алиса с Егором у нас идут
Какое-то там метро у нас есть. Вот фигурки какие красивые. Да. Вот у нас тут какие ледяные фигуры красивые. Какое-то метро здесь. А, тут метро, тут поезд ходит. Тут ледяной городок такой. Вот он поезд, сюда садятся люди, дети. И вот здесь он по рельсам ходит, получается. Вот какие тут фигуры всякие, домики, здорово. Ну, пойдем посмотрим, где наш Егор и Алиса. А, вот Егор. А Алиса где? Вот Алиса. Вы уже очередь заняли, да? Вот тогда будем ждать сейчас. Вот поезд тронулся, сейчас поезд прокатится, и потом наша очередь будет. Да, Егор? Ну, не знаю. Егор, расскажи что-нибудь. Как тебе в Беловодье на горке? Хорошо. Не холодно? Нет. 24 градуса на улице минус. А я думал 10. А? Я думал 10. Тебе кажется 10? Ты согрелся на горке? Ага. Ясно. Ну, давайте будем ждать, когда нас поезд прибудет. Так, вот у нас пошла посадка на поезд. Так, сейчас мы посмотрим, как Егор с Алисой садятся. Вот Егор с Алисой садятся в поезд. Алиса, помаши ручкой. Алиса, Алиса, ручкой помаши. Егор вот машет ручкой. Егор машет ручкой, сейчас поезд отправится наш. Загрузятся все вагончики. Кто еще? А мы пока. А, ну, она там около Егора сидит. А ты успел? Да. Вон, пока посмотрим, красивые. А сейчас они покатятся, и можно будет. Ледяные. А, вон Егор машет ручкой нам. И поезд, наверное, сейчас будет отправляться, да? Два кружочка они едут. Два кружочка? Хорошо. Будем их ловить сейчас. Так, вот начальник поезда. Сейчас поезд включит, запустит, и поезд... Поезд поехал. Пока-пока. Метро Омское. В масштабе 1:10. Не запустили настоящее метро, так детское сделали хотя бы. Вон поехал наш паровозик с Алисой и Егором. А мы сейчас пока посмотрим ледяные фигурки. Вот какая красота. Вон едет наш паровозик. Паровозик едет сквозь ледяной лес, сквозь замки ледяные. Пойдем там посмотрим. Где там? А с той стороны. Паровозик. Посмотрим, будем ловить паровозик, как он здесь ездит. Так, а там вот на горках дети катаются. Вот паровозик наш выехал из ледяной пещеры. Вот наши пассажиры едут здесь. Привет, привет! Вон Егор с Алисой сидят. Так, вот тут какая красота. Тут еще и тоннель есть. Поезд в тоннеле проходит настоящим. Как метро. Сейчас будем ловить, значит, как наш паровозик проходит через тоннель. Он едет. Высоко на горках кататься. Егор хочет. Такой городок красивый. А это вот Омский аэропорт Федоровка. Тоже
историю Кайнул, недостроенный. Короче, весь недострой здесь построили в ледовом городке. Пусть хоть здесь люди радуются. Так, где наш паровозик? Вот наша мама Снегурочка стоит. Так, поезд входит в тоннель, и мы ждем его. О, поезд выходит из тоннеля. И мы встречаем наших главных героев. Егору и Алису. И Алису. Привет, привет! Вон они едут, наши герои. Ну что, пойдем их встречать. Идем за ними. Поезд подходит к конечной станции. И мы сейчас будем встречать Егора и Алису. Алиса, Егор, хорошо, выходите, выходите. Так, ну все, метро сняли, пойдем дальше снимать. Так, ну Егор у нас идет кататься на самой большой горке в Беловоде. Егор, вон вход, вон, видишь, какая очередь? Вон очередь. Все, давай, пока-пока, я тебя буду там ловить. Иди в очереди, жди. Пойду ловить Егора. Так, ну вот подошла очередь Егора. Пока очередь Егора подошла, уже начало смеркаться. Заходил Егор, но в очередь было светло. Сейчас уже сумерки. Ну ждем, как наш парень будет скатываться на супергигантской горке. Так, вот он приготовился. Поехал! Поехал, Егор! Машет он нам рукой. О, как далеко уехал! Супер горка! Горка называется Омский аэропорт Федоровка. Вот он наш аэропорт Федоровка, знаменитый. Вон наш парень бежит. Сейчас посмотрим, что он нам скажет. Ну что, Егор? Как тебе? А? Классно! Супер! Ага, лучшая горка! Лучшая горка? Так это самая большая горка, наверное, в Омске. Да. Называется как? Омский аэропорт Федоровка. Да. Ну что, еще раз пойдешь? Да. Ну там очередь большая. Да. Еще пойдешь? Да. Ну давай, вперед. А мы продолжаем снимать красоту. Тут уже начинает смеркаться, начинает видно огоньки. Всякие разноцветные. Сейчас, когда стемнеет, вообще здесь красота. Вот какой ледяной городок. Вот эта горка, на которой только что катался Егор. Это называется Омский аэропорт Федоровка. Дети вон катаются. Это метро, на котором прокатились также Егор с Алисой. Идем дальше. Идем посмотрим, как там наша Алиса катается. Вон дети на диванчик присели отдыхать. Пойдем посмотрим, где наша Алиса. Ой, какой городок красивый. Мостик. Фигурки, там зайчики, белочки. Всякие. Красота. Пойдем смотреть Алису. Где наша Алиса? Где Алиса наша? А вон и Алиса наша на горку залазит. Сейчас Алиса у нас покатится. Вон Алиса наша едет. Вот она наша Алиса. Приехала Алиса наша. Алиса, привет. Алиса, привет. Помаши папиручкой. Привет, привет. Егор катается на супергорке. Да? Да, там очередь большая. Там очень большая очередь. Алиса, ну расскажи, как у тебя ощущения? Так он еще хоть раз катился? Нет!
Хорошо? Нравится тебе на горке кататься? Давай. Не замерзла? Не замерзла? Ну давай, помаши папе ручкой еще. Ну давай, иди катайся еще. Так, ну наконец-то опять вот очередь нашего Егора подошла. Сейчас Егор наш будет скатываться. О, там парень наш покатился. Вот парень наш покатился. О, и Алиса пришла. Алиса, привет. Привет, как дела? Ты уже накаталась на горке? Да? Пойдем нашего Егора встречать. О, Егор наш бежит. Ну что, Егор, как дела? Как впечатление? Как впечатление? Очень классно. Очень классно? Здорово, тебе понравилось на этой горке? Не страшно. Только очередь большая. Вообще не страшно, что ли? Ничего ты какой смелый. До нефтяников бы доехал, но это сильно далеко. Да? Ну тут, наверное, что плохо, сейчас народу много, выходной день, да, и в очереди долго стоять. Ну что, пойдемте где-то еще где-нибудь походим. Посмотрим городок, он уже сейчас красиво как. Вон деревья какие красивые в подсветке. Да? Вон какие деревья красивые. Вот метро наше. Еще пока не видно. Ну, скоро сейчас темнеет, будет видно. Ну, идем дальше. Так, мы нашли еще одно развлечение. Какая-то шайба. И дети катаются туда-сюда. А, теперь обратно, Алиса. Опа! Не получается. Не получается, вытаскивать нужно. Алиса! Опа! Не скользит. Надо на ту горку идти. Не катается это, не скользкая горка. Тут дети везде катаются и ходят. Вон городок такой. О, зверюшки тут всякие. Кто тут? Это что за зверюшки? Мышки, крысы, наверное. Что-то я не пойму, кто это. Да, это, наверное, из сказок из каких-то. Это какие-то мыши или крысы. Вот елочка. Вот там слон. Слоник там. Так, Алиса наша пошла на горку. Сейчас будем ее ловить. Сейчас Алису будем ловить. Вон Егор наш на горку залез, на маленькую. Не захотел бы в очереди на большую стоять, потому что там очень большая очередь. Мы снимать его на маленькую горку. Здесь можно больше покататься. Так, и Алиса наша. И Алиса наша сейчас будет скатываться. Опа, Алиса едет. Приехала. Алиса, привет, привет. Вставай, вставай. Вставай быстрее. Так, там где-то Егор наш бежит. Где-то не видно. Алиса пошла на второй круг. Смеркается, огоньки красивые сейчас видать. Егор! Как дела? Хорошо. Отогреваешься маленько? Или уже домой пойдем? Ну давай тогда беги катайся, чтобы не замерз. А мы будем Алису смотреть. Как Алиса наша будет катиться с горки. Так. Алиса там с мамой в очереди стоят. На маленькой горке тоже небольшая очередь. И сейчас Алиса садится в свои саночки и покатится. Йо-о-о, Алиса приехала. Йо-о-о, Алиса приехала. Молодец, вставай, Алис. Вставай, уходи. Потому что там следующий наездник едет.
Давай, давай, к маме беги. К маме беги. Так, Егор у нас тоже там ждет очереди. Красота какая с подсветкой. Егор поехал. Поехал Егор. Алиса заходит на очередной круг. И вперед! Привет! Вставай! Вставай быстрей! Вставай быстрей! Вставай быстрей! Опа! Упала! Вставай! Молодец! Побежала Алиса на следующий круг. Вот так, такое веселье у нас в Беловодье. Красота такая. Горки, фигурки, разные аттракционы. Здорово очень. Так, Алиса наша опять на очередной заход идет. Сейчас будем ее ловить здесь. Так, мама сейчас Алису посадит. Вот Алиса наша едет. Алиса, привет! Привет, привет, Алиса! Вставай! Еще пойдешь? Ну давай, давай еще. Где-то Егор нас ехал, вон он бежит. На горку опять. На горку Егор бежит. Опять его! Валя! Валя! Один! Так, Алиса наша там сейчас заходит. Вот она, Алиса. И голым стоит, ждет по очереди. Ну, ловим Алису. Алиса, привет! Алиса, привет! А что, ноги кверх ногами? Перевернулась? Ну, вставай, уходи быстрей. Вставай быстрее, уходи. Вот Егор нас съезжает с горки. Далеко-далеко. Вот уже какие красивые деревья горят. Алиса! Где Алиса наша? Как дела у Алисы? Алиса! Смотри, Алиса! Ежик грибочек несет. Смотри. Смотри, как здорово. Ежик нашел грибочек. А вот ежик нашел яблочко. Вот ежик яблочко нашел. Вон, Алиса на лавочке посидит. Егор, садись, посидите, Слава, на лавочке. Где ежики? Да. Ежики. Ежики несут грибочки. И яблочки. Ну что, хорошо мы погуляли сегодня? Да. Нет? Тогда или нет? А? Хорошо на горочках покатались? Да. Егор, на какой тебе горке больше понравилось кататься? На вон той, которая называется Омский аэропорт Федоровка, да? А Алиса, тебе на какой? На вот этой? Да. Очень хорошо понравилось кататься? Да? Ну что, всем говорим пока-пока. Мы идем домой, потому что холодно очень. Да? Алиса, машины. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. Пока-пока. Пока-пока.